Звезды со всего мира съезжаются в Голливуд по красной дорожке. Крупнейшие блокбастеры года борются за «Оскар». «Оппенгеймер» в этом году лидирует 13 номинаций. Шанс установить рекорд по «Оскарам». «Я могу совершить это чудо». Байопик об атомной бомбе наберет «Оскаров». Предсказывает победы во лучший фильм, а лучший режиссер для Кристофера Нолана. Но звезда фильма, Киллиан Мёрфи, встречает конкуренцию от Пола Джаматти из «Пережитки» в номинации «Лучший актер». По лицам вижу, многие шокированы результатами. Ведущие актрисы экрана, многие ожидают награду за лучшую второстепенную роль Дивайн Джой Рэндольф в «Пережитке». Здесь последний раз были вместе мы с ребенком. Лили Гладстон из «Убийц цветочной луны» может быть первой индейкой, получившей «Оскар» за лучшую главную роль. «Ты говоришь слишком много». Но некоторые говорят, что еще рано списывать Эмму Стоун из «Бедняжки». Зачем держать его во рту, если он противный? И я Барби. Привет, Кен. Пока Барби собрала 1,4 миллиарда евро в прокате этого года, кинозвезда Марго Робби и режиссер Грета Гервиг были игнорированы в своих категориях. Ведущий этого года Джимми Киммел высмеял пренебрежение в этом промо. Хорошо, что у Греты есть режиссура в кармане. О, Райан. Да. Что? Но не волнуйтесь, фанаты Барби. Фильм получил 8 номинаций, включая Грету Гервиг и адаптированный сценарий, а также Америка Феррейра и Райана Гослинга в категориях актеров второго плана. И да, Гослинг также планирует выступить с номинацией на лучшую песню. Сегодня на церемонии я всего лишь Кен.